Друзья, всем привет! Сегодня готовить я не буду. Решила не только для живота видео снять, но и для души. Значит, решила замесить я холодный фарфор. Буду делать это первый раз. Так сказать, эксперимент при вас проведу. Посмотрим, что получится. Насчет клея не очень уверена. Это в интернете взяла, значит, рецепт. Там идет клей ПВА люкс. Мебельный. У меня вот такой вот строительный. Но тоже он густой. Как бы попробую я на нем. Значит, и что нужно? По объему в равных частях крахмал кукурузный и вот клей ПВА. По весу получается крахмала 100 граммов, ПВА 200 граммов. Вот так. Значит, что? Крахмал насыпаем сразу в посуду такую, чтобы потом можно было ставить в микроволновку. Выливаем сюда клей ПВА. Добавляем глицерин. Глицерин идет вот тут прям половинка пузыречка вот этого. Заявлено было, что нужно вылить половину этой массы. Вот так. Хватит. Я думаю, достаточно. Хотелось бы, конечно, чтобы это все получилось. Так, и еще нужен будет вазелин. Вазелин половина тюбика. Значит, он что, тут 30 граммов. Выдавливаю половину. Ну, или можно жирный крем. Крем детский, например, какой-то. Чтобы он был такой жирненький. Вот так. Теперь все нужно хорошо перемешать эту массу до однородного состояния. И поставим уваривать в микроволновку. В 4 этапа это все будет проходить. Первый раз 40 секунд. Достали, перемешали. Второй раз 30 секунд. Достали, перемешали. Потом, значит, 20 секунд перемешали. И последний раз 10 секунд. И уже там смотрим, что получится. Если маловато, то можно еще подогреть. Короче, эта масса должна густеть, густеть, густеть. Это вообще называется холодный фарфор. Лепить из него. Так, я поинтересовалась уже. Очень классные такие вещи получаются. Разные можно цветы лепить. Поделки какие-то красивые. А сегодня посмотрела видео на канале «Копилка рукоделий Нелли». И мне так зачесались мои ручонки, так захотелось полепить. С Нелли мы лепим давно совместно. Было даже, что мы по скайпу включались и лепили с ней снегирей вместе. В общем, делает такое заразное. Так, ну вот почти все перемешалось. Так, ставлю я на 40 секунд. В микроволновку. А вам пока расскажу и покажу кое-что интересное. Недавно родственница выписывала у меня это, ну, вернее, не у меня, а у Нелли, вот у этой хозяйки канала. Она шьет шторы замечательные. И вот она выписывала у нее шторы. И когда пришла посылка, оказалось, что и для меня там есть подарочек. Нелли прислала мне вот такой грибочек. Смотрите, какая прелесть. Вот это сделано из соленого теста. Классно же, да? Прелесть просто. Кисточка. Супер. Вот. А еще она шьет зайцев, Тильда, кукол. И прислала мне вот такую зайку. Смотрите. Вот такая мордашка хорошенькая. Ушки. Так, микроволновка там у меня уже пищит. В общем, ссылку на канал Нелли я оставлю в описании внизу. Она канал только начинает. В общем,
Но такая рукодельница. Смотрите, на ушке сережка, пуговичка, шапочка снимается. Будет много интересных видео у нее на канале. Это уже, конечно, 100%. Если вот кто занимается рукоделками какими-то, рекомендую подписаться. Зайка просто прелесть. Цветочки. Так, ну все. Показала вам изделие Нелли. Достаем и опять хорошо перемешиваем. Масса начинает вот так вот немножко схватываться по краям. Вот даже это так и должно быть, вот такими, как будто вот такие непромесы. Хорошо их разминаем. Перемешиваем хорошо. И еще ставим на 30 секунд. Чуть не сказала минут. Постояла еще 30 секунд. И уже схватывается хорошо. Такая масса уже прям густая довольно-таки. Так, теперь на 20 секунд. Тут уже совсем густо. Ох, классно. И потом еще подмесим с крахмалом. Масса уже такая горячая довольно-таки. Ой, даже мне кажется, уже вот ее и не надо еще раз поставить. Ее уже можно подмешивать. Я еще, знаете, пока вам про кукол-то рассказывала, у меня же микроволновка выставляется 2 раза по 30. У меня было. И я пока болтала, у меня, считай, эта масса простояла не 40, а 60 секунд. Вот. Что я натворила. На зайцев посмотрела и про все на свете забыла. Так, ну значит вот. Уже, мне кажется, даже все это время мы использовали, что нужно. Теперь я не буду больше ставить на 10 секунд. Масса уже такая отличная. Теперь насыплю крахмал и будем вымешивать. Выложила на стол. Масса такая приятная, класс. Такая нежная, мягкая, тепленькая. Крахмал насыпала 2 столовые ложки. Но пока я их все не буду. Ой, фыркнула. Ну, в общем, вот так вот нужно хорошо помесить. Из фарфора такие цветы красивые получаются. Прелесть. Я если вот лепила, то как-то из соленого теста в основном. А фарфор это только проба пера. Даже не была уверена, что у меня из этого клея получится. Но вроде такая масса классная получается. Наверное, все уйдет. 2 ложки еще. Когда варим, значит, вот 100 граммов. Ну и плюс еще 2 ложки с горкой. Ой, классная какая масса. Хранить его нужно в мешке, без доступа воздуха. Красить можно любой гуашью или густой какой-то красочкой. Я вот такие вот купила в строительном магазине. Купила вот такие колеровочные пасты. Она такая довольно-таки густая. Так, ну вот она такая масса получается. Смотрите. Нежная, тянется хорошо. И уже лепить можно из нее вот прям хоть сейчас. Пожалуйста.
Начинай и лепи. Прелесть. Убрала в мешок и попробую сейчас слепить что-то. Как застывает он, сколько по времени, я не знаю. Пока сказать вам не могу. Но планирую снять, украсить бутылочку. Ой, пока прилипает, пока масса теплая, очень теплая. Но лепится классно. Ура, у меня получился фарфор. Не пробовала ни разу, сразу говорю. Вы стали свидетелем эксперимента. Прилипает так хорошо, надежно. Думаю, что изделия будут просто шикарные. Конечно, надо потоньше это все делать. Это уже я так пробую. Ой, ну такая масса вообще суперская получается. Видела много изделий из фарфора, но не пробовала. Супер. Вот такие вот розочки. Можно уже лепить из нее. Ну, в общем, вот, все получилось. Если вы еще не пробовали и боитесь вдруг, попробуйте. Рецепт просто класс. Просто шикарный. На ощущение просто, просто супер. Ну все, наверное, я уже и так затянула видео. Пожалуйста, не ворчите на меня, что долго. Когда снимаешь, это незаметно происходит. А когда начинаешь монтировать, думаешь, их, ну вот это тоже хочется сказать, и вот это хочется, не хочется вырезать, потому что тоже какая-то информация. Вдруг да кому-то и нужно. Ну, в общем, вот. Такая масенькая розочка получается. О. Классно? Ну все, с вами была Наталья. Всего вам доброго. Шикарных вам поделок, если вы рукодельничаете. Все, всем пока.